Всем привет! Значит, сегодняшнее видео хочу вам рассказать, какие проблемы, с какими проблемами мы столкнулись вот в данном прессе. Это пресс-класс Roland 46. У нас здесь в нем стоит обмотчик шпагатом и обмотчик сеткой. Значит, сейчас я попробую рассказать, какие проблемы у нас возникали именно с обмотчиком сетки. Значит, первая проблема — это вот этот зажим. То есть он зажимает рулон сетки, чтобы тот во время обмотки не прыгал и не, то есть не выпрыгнул оттуда, не и не соскользнул. Значит, вот он здесь натягивается, то есть сам зажим его сила. И как мы его не отпускали, он получается у нас сильно прижимает сетку. И когда, то есть вот так это происходит сейчас, вот так он должен прижимать ее, но он сильно прижимает, и обмотчик, не вальцы обмотки не могут протянуть его и рвут ее. То есть мы просто взяли бобину целое, когда открыли, и так мотаем. То есть она не выпрыгивает, четко здесь стоит. А когда бобина подходит к концу, мы прижимаем через бутылку сюда. То есть подкладываем пластиковую бутылку и прижимаем. Тогда он четко. Если не прижимать в конце бобины с сеткой, она в конце начинает съезжать и делает обмотку огрызками, то есть не полностью расправляется, и получается как обгрызки, то есть в середине про сеткой обмотаны, а по краям нет, то есть такие вот огрызки на поле получается. Следующая проблема на нашем механизме, я так понимаю, обмоточном механизме, что у нас просто выработка вот на этих вот натяжниках вальцов. Как мы полностью их натянули, это натяжники вот этих двух вальцов. Здесь второй, сейчас я открою, покажу. И они друг к другу прижимаются для чего? Чтобы зацепить вот эту сетку и провернуть ее туда. Как только они до сена протаскивают сетку, она подхватывается рулоном, и уже здесь натяжки фактически не требуются. То есть начинает происходить обмотка. Вот это нож. Взводной нож, вернее не нож, а механизм, который заканчивает обмотку. Значит, нож у нас, он сейчас взведенный, вот за эту планку он взводится сюда вверх, вот он сам нож взведенный, и вот этот вот планочка будет подниматься вверх вот отсюда. И потом соскочит нож вниз. То есть она подымет его, взведет еще больше и ударит по сетке. Сейчас вскрою и продолжу видео. То есть вскрою этот механизм, покажу вальцы, как они встают. Покажу лучше так. То есть вот если он у вас открывается легко, вот этот вот у нас очень он натянут. Натягивает, именно прижимает. Он не должен легко открываться, закрываться. Мы вот здесь даже подложили резинки. То есть у нас не хватает резьбы. Вот. Сейчас будем открывать его. Так вот. И с этой стороны. С этой стороны вон он еще плотнее сидит. Сейчас, минутку. Ну вот я их вскрыл, то есть вот открылись, вот один валец железный, он свободно, он как раз прижимной есть. И центральный, который крутится через механизм, он резиной покрыт, какой-то резиной. Может он высох, может он уже выработка на нем, но по нашим штангам натяжным прижимным видно, что у нас не хватает натяжки. То есть когда мы включаем, он его просто, она крутится вот так вот и не протаскивает сетку. То есть мы больше его натянули, резинки подложили, чтобы он
больше как бы вот это соприкосновение было. И тогда у нас все заработало и стало сетку нормально протаскивать. Так что так комментируйте, как у вас, что я, может, правильно-неправильно говорю, и расскажите, что у вас, какие проблемы по данным обмотчикам. Ну, скажу, что шпагат либо сетка, однозначно сетка. Ну, все.